Зимой в подмосковном лесу. Свежая пороша. Лучше не бывает времени для охоты. А вот и след. Заяц-русак прошел по белотропу. Тут серый схитрил. Путая след, сделал петлю. Здесь прыгнул в сторону. Но в охоте с гончими не помогут русаку его заячьи хитрости. Охотники расставлены по местам. Рядом с одним из охотников наш кинооператор. Подняли зайца. Гонят. Только бы не промахнуться. Так и есть. Мимо. Хорошо в лесу, а особенно с добычей у костра на привале.